Система экстренных вызовов 112 в Ростовской области принята в постоянную эксплуатацию. Такое решение сегодня приняли на заседании Донского правительства. Напомню, служба единого номера позволяет объединить диспетчерские и экстренные службы региона и сокращает время реагирования на чрезвычайные ситуации. Только за этот год системой воспользовались почти 2 миллиона жителей области. Чаще всего они обращались по вопросам оказания медицинской помощи.